Так, время у нас 17:54. Будем проводить имплантацию зуба 3-6. Делаем анестезию. Отлично, сейчас формируем шаблон. Все, вот он четко зашел на свое место. Так, теперь фонарь наложить. Залежка наша установлена. Все, имплантация закончена. Сейчас поработаем. Приветствую, Владимир. Скажите, пожалуйста, так у нас прошла одна неделя. Какие были последствия болезни? Получается, вечером сразу после имплантации, когда вошла анестезия, и на следующий день? Ну, собственно говоря, я практически ничего не ощутил. Единственное, немножко была небольшая опухоль была. И первый вечер после дискомфорта, потому что явно вмешательство было. То есть в этот вечер, когда мы делали имплантацию, естественно, как бы чувствовали, что дискомфорт был просто. Такого, что какой-то боль, вообще-то еще какой-то. А беспалевшую таблетку выпили? Совершенно не пил. А, даже не пил? Не пил я. Вот поэтому, наверное, ощущал я этот дискомфорт. Если бы я, наверное, ее еще выпил. Понятно. Значит, даже беспалевшую таблетку выпили. Так, а теперь, на следующее утро? Все прекрасно. Ну, единственное, только дискомфорт создавал вот шок. Шок. И все? И все. Ну, вот, и то, пока вот привыкал. А сейчас у меня даже язык, щека, книжки привыкли. Вам ставили имплантат, как вы говорили, лет 5-10 назад, когда? Да, да, было дело. Что вы можете было, сказать, да, какая разница? Ну, небо и земля, то есть тогда ставили стамеск молотком, а сейчас просто... Сколько вам поставили имплантат, сколько ушло времени? Да, поставили мне 2, и времени ушло, там, по-моему, 6-7 часов. Добирали костную ткань, там комплекс, все было, ну, то есть это очень долго, и процедура была. То есть костная пластика около 6-7 часов? Да, вместе с имплантацией. Вместе с имплантацией. 6-7 часов. Да, в этот раз мы поговорили, и через 5 дней мне сказали все. Но это можно сравнить с тем, что хлеб покупать в магазине гораздо длиннее по времени. Это очень технологическая операция, во-первых. Во-вторых, ощущений просто, ну их нет никаких, то есть одно удовлетворение. То есть ты как будто и не был стоматологом. Что вы можете сказать тем людям, которые боятся имплантации и думают, что это что-то невероятное? Ну да, наверное, есть кто-то. Ну просто не нужно об этом думать. А если не будешь зацикливаться и еще сделать вот так технологично, то, ну то есть ты вообще ничего не вспомнишь даже на следующий день, что ты был стоматологом.